Как будто она удивляется, такая, что, у меня ноль? Такая, типа. Кто не поставил Ульяне оценку? Кто не поставил? О, я... О, боже мой, как это? У Ёши нет ногтя. Привет, крошки! И мы сюда пришли в 3D-скинах, чтобы у нас были 3D-руки, 3D-скины и 3D-ногти. Хотела сказать, какая у тебя хорошенькая кофточка, она просто прозрачная была, когда я близко подошла, и такая стала голубоватая. А, да-да-да, я тоже сейчас отходила немножечко, чтобы вы не были прозрачными. Ага. Ульяна хочет радужный след. Конечно, но слишком дорогой. Ого! 300 стоит, капец. Так, о! Какие у меня огромные лапищи. Жирные, да. Какие пальцы. Очень, да, очень большие такое. Руки. Так, ну что, давайте, наверное, сделаем сначала вот такой макияж. Макияж, слышите? Боже мой, почему макияж? Я просто посмотрела на свою голову маленькую и подумала про макияж. Так, хорошо. Ну, мне пока что зимнее настроение такое. Я хочу, чтобы это было подходящее к моему скину и образу вот этому. Угу. Но мне не нравится ни один из этих цветов. Я так пролезу. Да, пролезается так же, как раньше, все в порядке. Так, ну я уже готова. Я что-то очень быстро все выбрала, поэтому жду. Слушайте, правда, руки какие-то здоровенные. О боже, а был ли у меня shift включен? А был ли включен shift? Я тоже испугалась, но не был. Блин, красивые у Ульяны ногти, как будто они полупрозрачные. Вот эти вот сердечки делают, как будто ногти полупрозрачные. Да-да-да, почему-то есть такое ощущение. О, это я. Угу. Что яркие какие-то у меня очень ногти, капец. Ну, в принципе, сочетается, почему нет? Ну, там еще такого же цвета снежинки или цветочки какой-то, я не знаю. А, там снежинки, но их не видно. Я просто сначала... Можно же было не красить их, я хотела белыми, блин! Глупенькая, да. Я нравится, Ёша так идет и головой так... Да-да-да-да. Забавно. Подожди, у нас одинаковые с тобой? Очень похожи. Что, совсем? Нет, не совсем. Ну, у меня только сверху еще такая синенькая штучка. Капец. Подожди, Ульяна, как ты выбрала две? Эти синенькую штучку и сердечки. Или это сердечки наклейки. Вот а это же... Нет-нет. Разные, да. А, я имела в виду объемную вот эту вот штуку. У Ульяны, по-моему, две было, нет? Нет. Одна. А, все, тогда ладно. Слушайте, я почему-то вижу вот тут мордочки. Вот два глазика и носик. Вот эти вот забавные штуки. Слушайте, тоже классно, тоже 5 поставлю. Не знаю, как будет дальше это все, потому что вот 17 у меня, 18 у Ёши, 19 у Ульяны. Еще осталось Лана. Итак, проверяем, был ли у меня shift. Я решила не выходить. В этом раунде. Я решила не выходить, мне очень... О! Застеснялась. Где? Я не вижу. А, в принципе, видно. Я ничего не вижу. Я пролетела, вы не видите? Я пролетела и иду. Лана, авансом 5. У себя. Вы что, я... Ничего не видно, к сожалению. Я прошла, я у себя сбоку, я, правда, в зрительном зале. Вот, возможно, вот эти белые ногти, это твои, но у меня только ногти. Вот такие вот два видно. Жесть. О, ну, видишь, тебе зато оценки ну, приятные спасибо. Поставили. Ой, смотрите, как классно мы танцуем. Да, действительно. Прикольно. И что-то мы утонули немножко поколение, но ничего страшного. Это снег просто, зима же. Да-да-да-да-да. Да, утонули в нём. Даже вот искрится, вот можно посмотреть. Да, правда. Клёво. Так, подождите, А, это не та игра, где можно ногти было выбрать. Я думаю, сейчас как ногти выберу на свой скин, у меня они будут, ух, до колена. Слушайте, кстати, там было обновление, есть предложение сейчас еще немножко, вот, например, сделать себе ногти и пойти туда делать ногти. Как вам такое? Я, наверное, вот эти вот возьму. Они же одинаковые, по сути, игры. О, я буду готкой, у меня есть черный цвет. Выбираю черный. Буду странной годкой. Эти вот штуки интересные такие. Лана, а ты пытаешься делать себе ногти, как ты делала в прошлый раз? Нет. Или не получится похожими? Нет, наверное. А надо? Не знаю, нет, наверное. Просто как получается так. Ну, давайте сердечки, почему бы и нет. Ага, Ульяна что-то тут обходила, я смотрю. Да. Нет? Цвет там просто Ульяна не подходит. Тоже черненькие ногтики. Да, люблю черный цвет. Ой, все заспойлерила, все, я от первого лица...
Я от первого лица. А что будет? Так, я нажимала на shift? Нет. От первого лица ошибка. Тоже ошибка, да? Не, у меня я не знаю. Боже ну, мой. Ну, я думаю, да, может. Это же эквивалентно shift-у. Боже это мой. Логично вроде. Не дай бог. Ой, какие красивые. Тут бабочки, мега. Там бабочки. О, нет. Очень красиво. Ты видела, что у тебя там тоже бабочки ждут, поэтому ты взяла белых бабочек? Нет, я сначала хотела белых бабочек, а потом увидела там бабочку ага. и просто очень обрадовалась. Клево. Агрессивные. Уже вижу, что довольно такие. О, отлично, отлично. Меня видно. От первого лица не работает. От первого лица все отлично. Вот. Но потом что-то как-то пошло в розовый. Вот эти черепашки или эти вот эти штучки. Это я не знаю, что это такое. Это что-то странное. Это то ли осьминог. Хотела сказать, а где оценки, чтобы я оценила? А это же я. Оценить сама себя хотела. Слушайте, тут девочка такая классная на вот этой вот маленькой иконочке. Как будто она удивляется, такая, что, у меня ноль? Такая, типа. Я прям вижу вот этот мем. Слушайте, а у Ёши наоборот. Вот я пыталась что-то типа такого сделать, а Ёши наоборот. Тут черный, ну, у меня там, конечно, фиолетовый, но тоже очень классно. Смотрите, этой девочке Ёши на ногти понравились больше всех, судя по тому, ого. Что мы одинаковые оценки правда. Ставим. Ой, у неё нет! У неё нет ногтей. Боже, это звучало очень страшно. Ну, я ей в ответ тоже поставлю пятерку. Да, я тоже 5 поставила. Выглядит, кстати, натурально, очень красиво. Если бы, конечно, еще маленький. Она ушла. Я иду. Нет, она исчезла, она вышла. Ну, она, да, ну, а я... О, нет. Лана как-то под наклоном идет. Миленько. Очень красиво. Ланино лицо очень красивое почему-то. Вот мне. Спасибо большое. Из-за волос, хотя у нас одинаковые лица вообще. О! Куда ты свернула? Я так хожу. Да что тебя колбасит сегодня, я не понимаю. Да. Не знаю. Колбасная Лана. Так, я попрошу. Слушай, и развернулась так хорошо. Просто хотела быть ближе к зрителям. Ага. Ну, у нас нет зрителей, к сожалению. Ну, я их искала, может. О, боже мой, мы так танцуем, что у нас даже стенка за нами танцует. Вот она, вот она, вот она двигается. Ой, тут очень красивый цвет. Наверное, буду... О, вот так возьму. И вот этот вот цвет возьму. Все. О, там красный. Идеально просто. Капец. Немножко проспойлерила. Зачем ты себе Ёшин цвет? О, вообще просто бомба. Это, конечно, немножко мило получилось. Ну ладно. О, я спрятала ногти. О, как я могу. Я, конечно, их тут вижу, но я спряталась. Итак. О, Ульяна с оранжевыми. Интересно. Да, но у меня опять бабочки. Ага. Просто мне больше ничего больше, видимо, не нравится. Больше. Ой, звездочки тоже. Слушай, классное сочетание, а еще ногти такие под наклоном. У меня, кстати, такая же форма. Интересно смотрится. Я хочу посмотреть в жизни, как с такой формой ходить. Мне кажется, это просто орудие убийства. Это да. Ну, мы же тут просто... Кто не поставил Ульяне оценку? Кто не поставил? О, я... Вот, мы теперь знаем, что если не поставили... Давайте я никому не буду теперь ставить. Ого! Нет, я уже никому не буду ставить. А мы тебя как будем оценивать? Так нечестно. Смотрите, да, какие у меня довольные тыквы. А? Ага. Почему-то это они. Это как будто шляпки у них. Да, да, они милые. Или прическа такая. Так, подождите, у нас всех 11 будет. Одинаково? Ну, если все оценят Ёши, кроме... Ну, короче, вы вдвоем Ёши в пятёрке. А как? Что? Я ничего не ставил. Что это? Ого. Вау. А давай. А я решила минимализм. Вау. Боже, это очень красиво. Еще смотрите, тут так... Кто единицу эту поставил? Откуда эта единица взялась? Никто. Что я это? Опять 5 поставила. На, вот что? Я единицу тоже поставлю. Что? Как? Непонятно. Что такое? Ничего не это понятно. Будто еще один человек есть, который человек. Ставит единицу. Ага. Да, кто-то есть! А, точно? Как? А, это за него ставят автоматически. Вот оно что. Так мы теперь... Наверное, да. Ну ладно, я... О, 1, 6. Слушайте, прикольно. Блин, ну мне очень нравятся ногти. Я хочу поставить хорошую оценку. Боже, у неё такие глаза красивые, красные. Я только сейчас заметила, прикинь. Да, это давнее лицо. Ой, снеговиков. Классные красные шапки. Да. Так, подождите, а кто не поставил? Я поставила 5, кто не оценил? О, я на первом месте, мне $100 дали. Ого. А почему мы тут не танцуем? Мы тут в самом начале. Там. А, прикольно. Так, ну тогда предлагаю пойти еще в ту игру в 3D-скинах, если это возможно, и посмотреть, какие у нас еще длинные будут ногти. А еще там есть очень классное обновление. Так, ну что,
Вот мы тут немножечко поиграли случайно. Руки. Вот. Ну, смотрите, руки. Руки можно взять, выбирайте с умом. Выбирайте с умом. Возможно, я возьму вот эти. Возьму вот эти. Давайте эти. Какой кошмар, почему они такие здоровые, такие стрёмные? А Ёша взял самый маленький, да? То есть Ёша хорошо. А в смысле, я хотел взять те, которые у тебя, но я взял просто оставшиеся последние. А я хотела те, которые у Ёши. Да что такое? Так, а что ты не взяла-то сразу? Не знаю, я подумала, красный. Ой, не знаю. Ой, я бегу. Так вот, сейчас пока что ничего нового нет, но в конце... А, тут еще за робоксы появились цвета, но это нам не нужно. Вот, но в конце... Вы увидите, что тут есть еще кое-что интересное новое. Ага, это ты заинтриговала, конечно. Да. Так, вот я как-то подпилила, а у меня в итоге подпилилось почему-то у основания ногтя. Вы что, это очень странно выглядит теперь. Да, но он меняется немножечко вот тут, вот здесь. О, а что я могу перейти? О, нет. Зачем-то предложили нажать, но не нажимается. Хорошая работа. Ай. Так вот, тут тоже еще есть... как-то трафареты, получается, за робоксы. Их очень много. О, какие красивые елочки. Нет, я не буду на это тратить 99 робоксов. Так, давайте. А что, если взять вот так сделать и сделать тоже белым? У меня будут красивые белоснежные зимние ногти. Так, но теперь у нас есть вот это вот что-то объемное. И это что-то объемное, например, вот давайте снеговичка. Мы можем покрутить. Можем его утопить, подвинуть. Осторожнее, потому что я выверила ровненько, а у меня не туда. Блин, а я не тот цвет случайно выбрала, и теперь у меня... Ну, в общем, посмотрите, что у меня, конечно. А я не знаю, куда мне лучше его. Ева, ну, ты осторожнее применяй, потому что я тут сделала, покрутила, а он у меня сдвинулся потом очень сильно, поэтому смотри. Да, да. О, тут можно наблюдать. Да. Прикольно. Так, а ну-ка, сейчас понаблюдаем. Ладно, пусть будет так. О, мой. Ну ладно, я не буду смотреть, потому что так неинтересно. О, это я первая, почему? Ага. О, слушай, у тебя хорошо получилось. Да. А почему Ульяна вон первая, а я не это? Может, ты первая? Да, блин. Не знаю, была, думаю, была готова. Утопилась немножко. В общем, смайлик должен был быть желтым. Ага. Слышь? Чего, у тебя так же? Слышь? Ну, вообще очень похоже у вас, на самом деле. Вот, смотрите, у меня бабочка на указательном пальце, правильно? А на других она слезла. Она улетает. Улетает. Ну, так нормально, это правильная бабочка. Красиво, классно. Так, у Ёши... совсем. В смысле не похоже? У нас только узор разный. И звёздочки. Цвет, форма и звёздочка. Да. У него 20. О, боже мой, куда ты меня оттолкала? Это меня кто-то оттолкал до потолка. А это Ёша тебе вот девочка зашла и поставила вот больше. Круто, спасибо, девочка. Спасибо тебе. Что за рука? Что вот это вот за рука? Я хочу такую большую одну руку. Вместо тела, да? Вместо этих двух, да, ну может так. А почему мы тут не танцуем? Ну, как? Подожди, мы танцуем. А мне не танцуем. А, потому что ты, тебя нет на подиуме, может быть, поэтому вы не танцуете. А подожди, в прошлый раз, когда мы были с тобой вдвоем на подиуме, мы тоже не танцевали. Ну, не знаю, у нас все танцуют. Так, ой, что-то уже началось, и я, по-моему, срезала кусок пальца. Тут почему-то нельзя сделать нехорошо. Я вроде делала. Да ты что? Да. У меня будут ногти убийцы, короче. Вот когда вы красите ноготь, тут такой красивый цвет, но почему его нельзя оставить таким же, ну? Я тут с помощью пилки себе удлинила ноготь, можно сказать. Нормально. Да ладно. Ого. Так, хорошо, что у нас есть? О, я сделала очень красиво. Угу. Так, у меня будут объемные красивые цветы. Ой, мне сказали безупречно. Ну ладно, давайте сердечко, только сердечко придется сделать. Давайте сначала вот так и вот. Ой, нет, это вверх, а мне нужно в ту сторону. Да что ж такое? Я хочу далеко. Ну не так. Ладно, сейчас мы его повернем. Ой, вот, наверное, пусть... Ой, как красиво. Я, конечно, не люблю этот цвет, но мне все нравится. Так, давайте посмотрим на остальные. О,
Ладно, прикольно. А это что, это снеговика руки? Или ты еще не поставила снеговика? Я еще не поставила. А, тогда я подглядываю, подсматриваю. Так, кстати, у Лены вообще какие-то рожки. О, боже мой! Как это? У Ёши нет ногтя. А, да? В смысле? Вот, вообще нет. У тебя просто тут вот эти вот все штуки без ногтя. О, девочка прям в прямом эфире рисует. Ого, реально! Вот у нее кисточка, вот она... Она не знает, как рисовать, надо сверху вниз. Там просто подлагивает, поэтому она, наверное, разные ищет варианты. Возможно, да. Но это так забавно. Она вот так вот пытается обрисовать все. Весь ноготь и руку. Но у Ёши у меня почему-то нет ногтя, и не понимаю, как это. Остальные вон на большом пальце есть, а на указательном нет. Так, ну что? Ага. А это девочки. Это то, что она успела сделать, да. Ну, выглядит неплохо. Аккуратненько, да, но на 4. О, не успела! Чего? Я не успела. Да блин. Это моё, короче. Все, тогда давайте никого не оценивать, как вам такое. Ну, да. Просто красиво, просто наблюдаем. Ой, какие бабочки клёвые. О, а вы смотрели, Ульяна и Лана? Это, вы смотрели на... это чье? Да я. Ногти друг друга. Ух ты. Посмотри, как у меня. Посмотри. Я хотела мячик собачке сделать, поэтому я развернула снеговика. Вот, вы видите, у Ёши нет ногтя. У нас нет ногтей. Вообще есть. Да? Да. Нет ногтей, я поставлю за это 5. У тебя что-то не так. Я не знаю, но у Ёши нет ногтей вообще. Короче, посмотрите на видео. Вот. А на сегодня будем заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на все наш канал и ставьте лайки. Пишите комментарии. Всем пока. 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 А, тут есть еще одна секретка, я вам не рассказала. Вот тут можно сюда зайти, короче, вот тут постоять. Тут еще руки лежат. Вот. Новые. Новые, да, кстати. Вот эти вот. Но их нельзя взять. Вот, и все. Пока.